движение – это единственная реальность, в которой возможно жить на сегодняшний день. Потому что мы живем в таком ритме жизни, и столько всего у нас происходит ежедневно. Движение – это интересно, но это то, что развивает тебя, то, что развивает пространство вокруг тебя. Я вот не очень верю в сов и жаворонок. У меня съемки каждый день с 7 утра. Мне кажется, что люди, в зависимости от того, что им нужно, они могут быть любой птичкой. У меня еще такая профессия, что я вот не могу себе позволить не заниматься спортом. Потому что тогда мое тело не будет подвижным. Постоянно все время надо находиться в тренинге. Тело должно быть в тренинге для того, чтобы ты мог быть готовым к любой задаче.